Так, ассаламу алейкум, хурметы Казахстан, все мои друзья, кто смотрит мой канал, с вами Ергали, Кызылжар, Петропавловск. Вот нахожусь в торговом доме. Здесь вот смотрю, шашлыки продают. Давайте посмотрим вместе. Ассаламу алейкум, брат. Что за шашлыки у тебя? Свинина? Свинина нет. Свинины нету? Нет. Баранина, говядина, еще что есть? О, молодец, молодец, брат. Вот так работает, правильно делаешь? Свинину, чушка не надо? Не надо. Да. А что шашлыки такие маленькие? Ну, в принципе, цена 1000 тенге, да, у тебя? По 1000 тенге, видите, такие. Ну, бржан, она не на дрос, молодец, что шушка сатпает. А это что, компот, да, у тебя? Компот 200 тенге. Ну, видите, это север. Поэтому у нас, видите, компот как наливает. Не до конца. Шашлыки такие, видите. Я вот кушал на юге, помню, там шашлык, так шашлык здоровый. Ну, лепешки вон тебе зато красивые, видите. Видите, кандай керемет лепешкалар. Давай, брат, удачи тебе. Молодец. Шушка не продает. Так, давайте цены на мясо посмотрим. Ед чок по мне, ед. Сыры, видите, какие цены. Колбаска. Мужчина, а что вы делаете? А цены показываюсь, ребята. Не понял, что вы говорите? Почему вы это делаете? Я говорю, своим подписчикам покажу цены на колбаску, сколько это стоит. Ну, у меня канал свой. Да, но разрешение должно у хозяина. Да не, вы закон почитайте, вы что, нет никакого? Сейчас нет такого. Сейчас в общественном месте можете снимать без всякого. Поэтому демократия, привыкайте. Ну вот, видите, еще север, замерзший город, видите, еще даже не знает, что можно снимать открыто, что это законом разрешено. Приходится, вот видите, всем объяснять. Ну ничего, 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 что у нас провинция. Тоже, я думаю, скоро привыкнут, что будут ходить блогеры по торговым домам, снимать, показывать торговые дома. Это наоборот, я думаю, для хозяина торгового дома это же бесплатная реклама. Что тут такого страшного? Наоборот, вот видите, вот, пекарня есть такая. Здесь вот стоянка. Там вот Сулпак, видите, через дорогу магазин. То есть, здесь Апорт тоже есть такой торговый дом. То есть вот с вами был, значит, Ергали. Это город Петропавловск, Северо-Казахстанская область. Кызылжар, как мы говорим.